позвонил сам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Пока я глава, я несу ответственность перед Всевышним, перед народом, поэтому это такого сверхъестественного, такого ничего нет там. Вам спасибо большое, да, за то, что вы помогаете людям. Если вы дадите свои реквизиты, то мы тоже будем участвовать, поможем вашему фонду. Спасибо. Вы реально помогаете людям, да. Данга, вы по каким блюдам соскучились? Да, неразборчиво, все нормально. Да? Все хорошо? Да. Сейчас я позвоню, будет на связи с вами ваш внук. Его зовут Майер, Майербек. Он очень хочет с вами познакомиться. Был всякое. Спасибо критическому народу, они бросили меня, помогали. И правительству Киргизскому республику, всем. А соль приехала к нам, в дом постарелых я жил. Узнала, что у меня большой отцоль, девочка, помогла мне найти родных и близких. Я очень благодарен. А теперь я лечу домой на родину. Спасибо. Хиджаб киген Асоль Молдахматова Чеченстанда, Данга Битаевты коштоп барды. 500-дөй урух туугандары Чеченстанда жашаган улуту чечен Данга Битаев аксакалды Асоль чүйдөн таап чыгып, Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровко кат жазган. Катында Кыргызстанда калып кеткен аксакал менен тууган туушкандарын табыштырууну көздөгөнүн айткан Рамзан Кадыровтун кеңешчиси Адам Делимхановтан дароо оң жооп келген. Мына эми Данга аксакалды самолет жибертип, Чеченстан расмий түрдө чакыртып алды. Асоль Молдахматова Карьяны коштоп барды. Буларды Грозныйдын аэропортунда чоң шаан шөкөт менен тосуп алышты. Майер, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас. Сейчас я покажу вам вашего дедушку. Он с нетерпением ждет. Данга здесь. Сейчас, минутку. Это ваш папа? Да, Руслан. Руслан, здравствуйте. Меня зовут Асоль. Здравствуйте. Сейчас я передаю трубку вашему папе. Это ваш сын Руслан и внук Майя. Руслан, ты легко, да? Да, вы. Всего доброго. Берегите себя. А дедушку мы будем беречь и скоро привезем. Привет всей вашей семье. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Ну как? Я хотел к осени поехать. Осенью будет вторая волна. Какая волна? Пандемии, коронавируса. Вообще сложно будет попасть. Да? Да, ну, поэтому полетим. Как Аллах сделал, что там дал. Аллах, да. Видите, как все сделал? Да, все. Понимаете? Вы счастливый. Вы счастливый. Понимаете, Аллах так вас любит. Представляете? Мы вылетаем в среду. До среды я возьму все. До среды я возьму. Вагоном прибыли в Центральную Азию. И
сейчас в прямом эфире. Какие мысли вас посещают? Какие мысли? Радостные, хорошие мысли. Выращиваешь на родину, домой. Спасибо, Хабир Раданна, что он накрылся. Я такой, я простой человек. Дом престарелый жил. Бежит домой. Все я могу сказать. Он родным близким. Всему народу священство несет. Спасибо. Бахал, да. Да, мог снизить массу. Волнуетесь? Да, волнуюсь, да. Поэтому говорить дальше. Ну что ж, счастливого пути. Дженочка, все готово? Ребята, счастливого пути. Моя команда вся в сборе. Ну, через 3 часа будем у вас на родине. Рамзан, это помощник Рамзана Ахмадовича, Адам Султанович. Вот благодаря ему и Рамзану Кадырову мы передачу, и мы все это увидели. В первую очередь Рамзан дал поручение, чтобы немедленно занялись, и они связались с главой республики, она там, мы видели какие слова, что такое не было за 20 лет, и мы этому не удивляемся. Вам большое спасибо, благодарность на всего чеченского народа. Что если бы мы знали, что он есть там, или даже, не знаю, там, в Америке, мы сразу, если бы узнали бы, если бы мы знали бы, Рамзан Ахматович сразу бы так привез бы его. Но благодаря вам мы узнали о нашем уважаемом, поэтому еще раз вам. Пламенный привет от кыргызского народа, потому что история нашей дружбы кыргызского народа и чеченского далеко в прошлом, когда еще чеченский народ был сослан незаслуженно, незаконно, была депортация на товарных вагонах. Представляете, 76 лет, 5 лет на товарном вагоне деревянном, где горела буржуйка, Данга Битаев с родителями был отправлен без права остановки. А возвратился он на персональном самолете. И все это благодаря великому Рамзану Кадырову. Спасибо. Спасибо вам тоже. И вам всем спасибо. Не еду, Масан Дересу. Дигду хин хошу, давур душу, не еду. Далее, то был, да, обедки. Thank you.